Ну, пахнет как школьный мел вначале. Как он хрустит. Вы это слышите? На вкус. Вкус пресный, нежирный. Вообще, с водой взбиваешь, кашицу превращается. А вот который я предыдущий ела глину, не превращается в кашицу. Написано было в описании, что потом послевкусие кедровых орешков. Хрустит вообще атасно, слышите? Я глина мела еще не ела. Пробую в первый раз. Хочу сказать, хочу заметить. Нежирный совершенно, сухой. Превращается в кашицу. Это, мне кажется, для тех, кто любил есть школьные мелки. Когда, помните, еще в школе были сначала такие натуральные мелки, а потом появились круглые, и прям вот искусственные были, потому что я со школы люблю есть мел, да? Сначала они прям были такие мокрые, вот мокрым бетоном, да, пахли. После дождя асфальтом пахли. И прям вот ешь их, и прям такой вкус насыщенный. А потом появились такие даже хочу сказать, знаете что? Когда уже искусственные мелки появились, на них похоже. Вот. Во рту кажется. Не клеится к зубам. Это в описании тоже было, на самом деле, не клеится. Знаете, это похоже на то, как вот бы... Я молочку совершенно не ем уже 7 лет, но если вот, чтобы вам объяснить, сравнить, то ли вы едите, вы много-много лет ели, ну, как вот я глину ела, типа как деревенскую жирную такую сметану, только что из-под коровы, да, а потом переходите на городскую такую сметану, такая, там, минимальный процент жирности, типа диетическая такая сметана. Вот этот глиномелок похож. В охоточку, вот если прям вообще ничего не будет, если глинки моей любимой не будет, то я, конечно, буду есть вот такой глиномелок. А вообще, вот я его заценила. Я сейчас его доем.
Это для начинающих, знаете, я уже просто такой очень много лет ем глину, я уже привыкла к ее вкусу. И для меня вот это вот на один зуб. То есть она не жирная, вот, 25-й раз уже говорю. Вот такой пеленый мел, красавчик. Еще осталось 3 вида обзора, потом еще будут поставки новые у Лауры. Если вам нравится, вы у меня спрашиваете, где это можно заказать. Только это для моего города, для Салавата. И 5% скидка по промокоду по моему имени Зарема. Будет скидка 5%. Вот. Обращайтесь. Всего доброго. Ай, бонито, попито, миальма, миальма, попито, 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 даме, 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 ту альма, чуку-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 ч